Ребят, так это мы. Вовчик, ну я что, так надо присоединяться. А что по крипте, ребят? Давай. Ну, куда, я не знаю. Потеряли! Куда там, там? Давай. Потеряли! Это биток. О, это 43-й выпуск, говорим шоу! Шоу про криптовалюты! Всем привет! Это 43-й выпуск Гагарин Шоу! Oh, wow. Единственное в мире криптовалютное шоу! Единственное в мире криптовалютное шоу, но у нас есть небольшой казус. Наш постоянный ведущий Глеб Ушаков променял нашу прекрасную Дашеньку, невероятную красопеточку, нашу малышку, на Полякову и уехал доить коз, дабы сотворять сыр. И поэтому сегодня мы будем немножко использовать Глеба-заменителей. И нам нужно, ребятки, среди вас, молодых и красивых, выбрать все-таки, кто же будет парой для Глебом. Даши до 50. Можно 2 по 25. А, вот делать, кстати, можно разбить. Получается, что на словах он Лев Толстой, а на деле... Ребят, простой. С нами сегодня невероятнейшие! Руслан и Алексей! Давай так. У нас есть... Кейс из группы UC, baby. Ой. UC, UC baby. Израильский УЗИ. Тра-та-та-та-та. Покажи собак. Покажи. Рано, пацаны. Рано. Ну ладно. Покажи. Что? А это точно собаки? Это точно собаки, спрашивает Даша. Чтобы вы понимали, где нам предстоит. Чувак, они охраняют мой задний двор, чтобы вы все знали. Это серьезная хуйня, отвечаю. Позитив! Покажи собаку. Леш, покажи собаку. Аккуратнее. Пес. Ты что, его нельзя выпускать. По традиции мне очень хотелось бы подарить нашему позитиву. Спасибо. Моему любимому. Да, блин. Да ладно, Леха. Ребят, посмотрите, там вы размазанные, как вчера. Это охраняемым задним двором. Это NFT? Открывай. Спасибо большое, спасибо большое. О, вау. Друзья, видите, вы там размазаны. Спасибо еще. Большое за подарки. Нормально. Очень крутые подарки. Правда, самый креативный подход к нашим лицам мог быть. Это тот редкий случай, когда гости размазаны в жизни. И на чашке. И не сильно чувствуется разница, поэтому не так смешно. Ну что же, и вот наша постоянная рубрика «Факты про гостей». Нам здесь, значит, из интернетов понабирали информации какой-то, и сейчас мы узнаем, соответствует ли эта информация действительности. То, что у тебя на булках собаки, это, значит, вычеркиваем. Это подтвержденная информация. Это Я думаю, что факт о том, что у Руслана на спине надпись «Х**», уже неинтересно после собак. После собак, на самом деле, я не удивлюсь, что у тебя там написано. Сыка, все знают. Шерлок. Русик, у тебя действительно на спине написано «Х**». А как ты думаешь, братух? Вот давай просто прикинь. Покажи! Чуть-чуть. Я понял. Чуть-чуть вина из своего бокала. Ну покажи, пожалуйста, хуй. Если можно. Почему Руслан? Если тебе не в западло после собак показать хуй, то как бы опять же. Он сам придумал, знаешь, вот очень сложно иногда. Это как в детстве, знаешь. Видишь, вот типа, да, вот сложно очень понять, почему именно они выбирают такие. Подписи. Да. Почему на спине? Смотри, почему он не на лице? Смотри, ты видел хоть одну панельную девятиэтажку, где в подъезде не написано на побелке хуй? Это символ нации, ты понимаешь? А, нет, где
хуй на заборе написано слово «мел». Да-да-да-да-да-да. Гагарин шоу. У меня, пацаны, следующий факт. Позитив выступает на сцене с 7 лет. Да. Офигенно. Так и есть. Я учился просто в Киевской детской академии искусств на Оболоне, которая вот как раз там растит молодых талантов. Оболонь опасный район был, когда тебе было 7? Не, Оболонь не опасный. Не опасный. Не опасный район. Это такой вот достаточно добрый элитный. И хороший. Не сказал бы, что элитный район. Вот, но там действительно была такая академия, где я учился на театральном факультете. А какая твоя задача была? 7 лет? Да. С 7 лет учат детей то же самое, что делают Карпенко-Карова, но только ты начинаешь это все с 7 лет. Посмотри, какой факультет, то есть режиссура, актерская. И ты бросил мастерство. Школу, говорят. Не, я никогда не бросал ничего. И первая моя сцена была именно там. Да, я играл в спектакле «Коза де Реза». Я участвовал в 7 лет. Кого играл? Смотри, я в 7 лет... Я играл рака. Я в 7 лет участвовал... Мистер Осень. У меня были такие шортики, чуть проще, чем сейчас. И они были заклеены осенними листьями. Я ходил по сцене как модель. Под песни The Fallen Leaves. Под твои песни, кстати. Даша, что ты... Сука! Ты можешь, пожалуйста, Дашенька, принцесса моя, зачитать следующий факт? Да, это мой любимый факт, что Дед Позитива был руководителем известнейшего национального заслуженного академического народного хора Украины имени Веревки. Да, и фамилия у него, знаете, какая? Дорофеев. Я не знаю, мне так случилось. Вот скажи! Жестко, что не накрякали. Так, подожди, а вот с этого места хотелось бы немножко подробнее. Пусть горит моя душа. Подожди, да. у твоего деда фамилия Дорофеев. Дорофеев. Да, по маме, да. Слушай, я тебе, да. Знаешь, и, я расскажу. Кстати, и на самом деле мало кто знает. Это инцест или мне кажется? Нет, это, ребята, это с детства фигня. Я все детство, знаешь, кем была? Джеки Чаном. Вот скажи, что мне не помогло. Скажи, что мне не помогло. Смотри, сейчас будет очень-очень важная информация для наших подписчиков. Так, подписываемся, кстати, на канал, не смотрим наши видосы. Нет, подписываемся на YouTube, ставим лайки и колокольчики. Скажи, пожалуйста, а если какая-то, как-либо соотносится то, что твой дед был, значит, руководителем хора «Веревки» с фамилией Дорофеев, и потом ты с Дорофеевой начал концертную деятельность? Это чистое совпадение. Это совпадение? Но это чистое не совпадение. Думаю. Но ты знаешь, что... Но я тебе скажу, что контакт был, знаешь, все-таки, когда однофамильцы, когда дедушка у тебя однофамилец вместе с твоей напарницей по группе, то получается, что в принципе... Это дедушка по маминой линии или по маминой? По маминой линии. Да, да. То есть ты, получается, мог бы быть Дорофеевым. Да. Деда, да. Как-то. Вот реально, прикинь, если бы такая фигня была. Это было бы нереально. И они такие говорят, это брат и сестра или это... А вы такие, нет, мы не брат и сестра, просто у нас один дед. Так получилось, так вышло. Это прикольно, мне нравится. Это интересные факты. Это очень интересный факт. Кто-то вам находит их, да, или вы сами... Это кто-то нам находит. Нет, это Вовчик мониторил, пока спал. Всю ночь, пока спал, пока... С утра встал. Ребята, я объяснил такую ситуацию. Мы с Вовой вчера гуляли очень сильно. Вова нас возил на яхте по прекрасным харьковским... Звучит элитно. Ну правильно? Да. И мы где-то ловили виртуальные биткоины. Но да, я вам сегодня так же, показал как я Донец. На первом выпуске. Да. Показал прекраснейший Донец. Но это же красиво было, ребят. Да. Вряд ли кто-то еще сможет вас на яхте катать по Донцу, потому что там очень мелко и крупные судна там не ходят. Но наше прошло вчера, потому что с нами был отец. Отец. Потап? Да. Следующий факт. Главных увлечений Руслана, помимо... Почему у меня написано Руслан? Руслан. Не, братуха, давай по имени. Эти джимиксы, вот давай так вот. А что такое джимиксы, можете пояснить? Типа... Джимиксы, что такое джимиксы? Это очень интересно. Сленговый, типа, раздув, как, типа, никнейм, понял. О, натуре, никнейм. Почувствовала себя старой... Да, я тоже. У тебя все в порядке, Даша, все равно. Кем ты себя почувствовала, Даш? Старой мздой. Старой мздой, которая взимается. Одно из главных увлечений Руслана, помимо музыки, это мотоциклы. Вовчик, давай, вступи, Руслан, пожалуйста. Вчера ты поведал нам, что для того, чтобы купить криптовалюту, ты продал Мустанг. Но, насколько я понимаю, мотоцикл ты не продал. Нет. Какой у тебя мотоцикл? Расскажи поподробнее. Да, моты как моты, Хонда Сивика. 400 кубов, братуха, вот так едет прямо, классно. Ватчик, слышишь? Посмотри, слушай, а Глеба, тоже... Глеба нет, но он как бы есть. Но он как бы переселился. Смотри, в Руслана. Смотри, переселился. И у Глеба тоже на спине наш написано. Наш Глеб? Краской зебра эмалирована.
Скажи, пожалуйста, я тоже люблю мотоциклы очень сильно. У меня есть Harley Virod. Верот тюнингованный на одну сторону Hans Vines выпуск, кевларовый обвес, пневмоподвеска. Можем уходить, пазик, пошли. 300-е колесо заднее, брат. Не-не-не, посидите еще 2 минуты, я вас умоляю. Ну, скажем, 300-е. Да, я тоже люблю. Я зачитаю следующий давай, факт. Давай, солнце. Пазик, ну для меня этот факт тоже был супер вообще какой новостью. Как? Пару лет назад я узнала, что у тебя есть сестра-близнец. Двойняшка, Елизавета. Да. Ну, близнец, здесь написано сестра-близнец. Это было бы ужасно. У нее бы было все плохо в жизни, если бы она выглядела, как я. Если бы но была девочка. Я тебе скажу, что вы очень похожи. Это сестра-близняшка, да. Чего, да. Кстати, я считаю, я придерживаюсь такого принципа, что хороший мальчик не хуже девочки. Ну, да, окей. Я это сказал вслух. И есть такая информация, что ты родился на 10 минут позже. Да. Дело в том, что действительно у меня есть сестра-двойняшка, и если говорить о тех я историях... Я никогда не знала об этом вообще. Класс. Я тебе 300 раз говорил. Я тоже об этом, никогда не знал об этом, и вот опять. Я тоже не знал. Расскажи, пожалуйста, Лех. Ну, в общем, есть, у меня, конечно, есть сестра. Покажи фотку сестры. Она совершенно по-другому... Она, вот... Совершенно по-другому выглядит. Не, ну понятно. Не близнец, потому что она двойняшка, но она действительно она ниже ростом. Она полностью пошла в бабушку. Бабушка у меня с огромной красивой попой. Значит, и она вот буквально, наверное... После этих слов я представил попу твоей бабушки. И зачем я это сделал, я не понимаю. Но... А дедушка Дорофеев. Все сложилось. Все смешалось в доме Облонских. Действительно. Бабушка с красивой задницей. Отец Дорофеев. Выступает с Дорофеевой. Сестра-близняшка. Что вы делаете? Ваша семья какая-то максимально интересная. Это правда. Это правда. Но это, она это очень правда. Творческий человек. Я считаю, что нам нужно просто смириться с этим фактом. Что еще есть один такой же человек. Тебе просто достаточно выходить на сцену, рассказать немножко о своей семье. Ты можешь даже больше не петь. Это уже интересно. И следующий факт. 130 недель назад. Ребята, вам тут нравится? Все окей? Мне просто интересно, вот как гости... как гости на такое шоу приходят, видишь, люди хотят слышать какую-то информацию. Да! Интересно. Мы просто сразу отдаем вкуснятину. 130 недель назад Руслан увлекся боксом. Также он занимается зимними видами спорта и большую часть жизни проводит в качалке. Что тебе говорят ребята, которые в качалке подходят к тебе со спины? Расскажи, пожалуйста. А это что? Я вопрос, братан. Я дико извиняюсь. Качалка. Смотри, 130 недель назад Руслан увлекся боксом. Также он занимается зимними видами спорта и большую часть жизни проводит в качалке. Ага. Вот ребята, когда в качалке к тебе подходят со спины. Это называется гибкий ЗОЖ, понял? Опять ты, короче, гибкий ЗОЖ. То есть ты типа и там, понял? Опять ты это... типа попадаешь из тенденции. Типа, понял, там поплавал, там проплылся и вернулся. Руль, у нас не самые дорогие видеокамеры, поэтому, скорее всего, ребята не увидят, что у тебя розовые волосы, на спине написано на жопе собаки. Что в качалке происходит? Расскажи, пожалуйста. Так а что там может происходить? Ну, вот этот такой пампинг происходит. Не, то есть ты заходишь... Ты заходишь в качалку, вот, ты здоровый тип. Не, вот так тип. Вот захожу, короче, здоровый понял. Тип, да. Не, вот так вот чувствую, что, короче, сверлят все, думаю, эти ноготочки всем не нравятся, думаю, понял, ну что. Дай. Думаю, ну, короче, типа... Почему не нравится? Очень маникюр. А почему этот матовый? Ты он уже ногти? Засовывал его. Он нужен маленький, наверное. Я понял, пальцы, 100%, Вячеслав. Дайте лапу. У меня ж дома 3 женщины, правильный и ответ. Мне периодически нет-нет, да и предлагают накрасить ногти. Потому что я выбиваюсь из колеи, как бы из... А что у тебя 3 женщины? А нормально, она считает, что это окей. Но и я не против. Ох, кто-то сегодня будет получать мзды. Да. Позитив с детства мечтал стать полицейским. Но все, что ему удалось, это озвучить одного из героев сериала «Менты». Да, это правда. У меня был прикольный учитель. Есть он, это Евген Малуха, который озвучивал Альфа, если кто помнит, да, на ICTV как раз. Озвучивал Гомера Симпсона. Альф! Класс! Да.
Вот, и это мой учитель. Ребята, кто из вас смотрел «Альфа» в детстве? Они еще? Это же нереально вообще. Я глядел. Вот, и это был учитель мой по сценречи. И вот как раз он меня пригласил потом, еще в те времена, когда мы уже начинали нашу карьеру вместе с Потапом. Вот, и тогда денег было мало, знаешь, типа нужно было где-то подрабатывать. И мы потом, и он говорит, ты можешь озвучить, помните, когда была тема, типа, когда все должны были украинский язык уже. Да, пошли да. квоты, вот эта вся тема, еще тогда. И тогда он говорит, можешь озвучить мне пару персонажей? Я озвучивал... Фалиса? Нет, этого, Волкова. Кобенца? Волкова, конечно. Я помню прекрасную фразу, по-моему, Волков ее как раз и озвучил. Это была сцена, он был в психбольнице, он пришел допрашивать психбольного, и тот такой сидит и говорит, макароны-котлеты, не в коня корм, поэтому я такой худой. Ты кинь, Вова, у тебя шутки получаются. Сейчас, знаешь, это была шутка вместо Глеба. Обычно так шутит Глеб. Но это было смешно. Мне в детстве понравилось, запомнилось на всю жизнь. Правда, очень прикольно. Ты озвучила? Ты же тоже кого-то озвучивала где-то? Я озвучивала фильмы для взрослых. Ну, и мне это нравилось. Блин, было бы так прикольно, если вот так вот открываешь журнал Playboy, а там как музыкальная открытка. У меня, к сожалению... Страницу с Дашей открываешь? К сожалению, с Дашей оставила. У меня Playboy, я не могу открыть странички, потому что... Ты мусор вынес! Хлеб убил! Не, я представляю, ты можешь сделать свой фирменный смех, вот так открываешь страницу Playboy с Дашей и... Ну, классно ж было, на ё... У меня, например... Я бы сразу перестал делать то, что я делал с этим журналом. Все журналы с Дашей у меня склеены, странички. У меня тоже. А просто знаешь, почему склеены? Потому что делал вот так. Нет, я делал другое. Да. И мы поняли, Леха, мы поняли. Ребят! Покажи! Теперь вопрос к залу. Мальчики и девочки, кто из вас делал это на Дашиной фотографии в журнале Playboy? Я. Пацаны, я бы признался, не делать. Просто не срослось. Хорошо, что зритель не видит, сколько здесь людей в зале. Лес в рук! Когда девочки начали поднимать руки. Ребята, это всегда здесь так? У Руслана были шикарные белокурые дреды, но из-за того, что зритель не мог понять, кто в группе доктор Эд, он из-за этого их состриг. А я говорил ему вчера сальтуху не делать. Хочешь сальто? А ну, знаешь, я запытаю у Алины. Давай! Не, пожалуйста. Не надо! Сука! Ребята, и это было для тех, кто говорит о том, что встать с дивана, подорвать свою жопу не может по какой-то причине. Даже с больной ногой можно сделать сальтуху. Сейчас минутка мотивации от бизнес-тренера Володи. Смотрите, для того, чтобы встать, нужно встать. Для того, чтобы идти, нужно идти. Для того, чтобы заработать, нужно заработать. Сказал, как сказал. Вот сказал, как сказал. Позитив участвовал в проекте «Танцы со звездами», где он танцевал со звездами. Покажи! Покажи хоть одно движение. Включите нам песню какую-то. Леха, расскажи, пожалуйста. Вов, включи, пожалуйста, песню. Я хочу, чтобы Позитив показал, как он это делает со звездами, и Дашенька, значит, поможет ему. Дашка тоже выступала, да? Ты сука! Попросим! Крайний факт. Ну, пожалуйста. Десятый. Крайняя только плоть. Володь, мой рот об этом знает. Смотри. Никакой десятый факт.
Ничего в Гугле, ничего в Википедии и даже в Инстаграме. Руслан подписан Казеюси. Нашему сценаристу пришлось перекопать все контакты его бывших, чтобы узнать хотя бы что-то о нем. Поясни! Козе! Козе. Поясни за Казеюси, блин! Козе! У человека на попке нарисованы собаки, ребята. А что ему надо пояснять еще? Вам что, непонятно? Ребята, а это выйдет вообще шоу? Каждый выпуск думаем. Братик, 43-й выпуск, я еще раз напоминаю. Ребята, я поздравляю вас, вы красавцы, молодцы. 43 выпуска. Людям нравится, людям нравится. 43 выпуска, вот такой хуй, ты понимаешь? Нормально, нормально, хорошо идем. Гагарин шоу. Сейчас у нас момент первого Рубикона. Даша, ты должна после наших фактов определиться, кому из парней ты в данный момент отдаешь предпочтение. Выходи. Итак, первый балл. Ребята, Даша такая... На кастинге. Да понятно. На роль нового мужа. Да понятно. Получает... Да понятно. Даша... Мой бывший. Понятное дело. Да что ты расстраиваешься? Да, сразу царишь... Не суть. Иди, все нормально, все будет окей. Русик, не парься. Все подсужено, все. Я не буду скрывать этого факта. Мне вчера заплатили за это. Я с Дашей еще не рассчитался, поэтому Даша. Кстати. Бро, я отработаю. Потап, ты знаешь, что на первом выпуске мне подарили биткоин, и я его... Я слышал, что Полякова... Поляков, здрасте. О, Алексей! Иди ко мне, иди ко мне, все, не уходи никуда. Все. Я слышал другую, что Полякова тебе сказала, что? А, биткоины? Так ты ж не сможешь их купить. Она меня дважды за выпуск назвала нищебродом. Нищеброд, я в Балмане, да, или что? Я в Балман. Я в Балман. Я говорю, буква Б это у тебя, говорю, на кофте биткоин. Она говорит, нет, это Бальман. По сравнению с этим, Даша. По сравнению с этим, Поляковой, ты просто немножко ошиблась. Но ты исправляешься, поэтому ты здесь... И я исправляюсь, а ребята должны исправиться. А ребята, пожалуйста. Правильно. Еще, о, еще. Да, Алексей Андреевич, Алексей Андреевич, у вас нет микрофона, говорите в грудь Астафьевой. Алло. Алло, раз, раз. Красавчик, алло, брат, Настя. Ты Настя. Настя. Они меня заставили. Настя. Настя. Буду, Настя. Скажи, что у меня тоже не Настя, работает. Я микрофон. Настя, я наделал встречу, Настя. Я скоро буду, Настя. Все, я тебя тусую. Что-то... Вот так. Лёш, ну, насколько я понимаю, ты готов к браку. Во-первых, Даша моя бывшая. Она у меня первая. Но вы ж могли как бы потом разбитую чашку склеить снова? Мы с удовольствием это сделаем. Все, значит, я веду невесту. Куда? Даша. На лицо? На лицо, пожалуйста. Я веду ее на лицо, ты потом подходи. А тебя жена потом не убьет? Нет, не хочешь? Лешенька. Включайте песню. Включайте. Я знаю. Первый... О, нормально, нормально. Эдик, а ты все снимай, ребята. Все снимай. Гагарин шоу. Каждый брак полон секретов. Учитывая то, что Даша в первый день отсутствия Глеба решила найти ему замену, для ее мужа важно видеть ее насквозь. Поэтому прямо сейчас вы должны будете отгадать, что в яйце. Реквизит в студию! Что в яйце? Лови! Каждый делает ставки, затем мы вскрываемся, и тот, кто был ближе к истине, зарабатывает еще один балл и становится ближе к званию мужа Даши Астафьевой. Уже все решили, что вы смотри, я считаю, что в яйце складывающаяся из трех запчастей игрушка. А так можно конкретнее нужно? Смотрите, куда еще конкретнее? Это какая-то, это что-то похожее на бабочку. Бабочка, твоя ставка принята, товарищ Позитив. Это Спайдермен. Спайдермен? У меня машинка в яйце. Ставка принята, товарищ Руслан. А, угадать, что там? Да. Пусть будет топор. Что? Вскрываемся! Погнали! Я отказываюсь быстро вскрываться. Ну, я выиграл, блядь, вообще четко, ребята. Я в детстве вообще коллекционировал киндеры. Зачем и сейчас я вам расскажу один факт из моей жизни, которого никто не знает вообще. Даже моя жена не знает. Я в детстве коллекционировал киндеры. Эти киндеры периодически, значит,
Нет, где-то накруживал. Пазик, что там? И как собрал ходил. Коллекцию киндеров. Это сейчас в киндеры вкладывают всякую. А раньше в киндерах были игрушки, которые делались вручную. Это были пингвины, жабы и всякие прочие, значит, штуки. И собрать коллекцию из всех игрушек было очень почетно. Гномики, например, и тоже, помнишь? Я вам рассказываю. В Харькове, значит, был книжная барахолка была. Это был спуск, там, где сейчас нынешний, как же он называется, книжному рынку, Крайскому уголку. И там стояли, значит, ребята, которые продавали всякую байду, там, типа, книги, там, значит, какие-то старые какие-то подносы и так далее. И там были чуваки, которые торговали киндерами. Я тебя киндерами, слушаю. Игрушками. Игрушки из киндеров продавали. И вот у меня наступили когда-то супер-ультра-херовые времена, и я пошел все свои киндеры собрал в пакет, отнес к этим чувакам и продал. История. История крайне потому что... крипту продал. Тогда еще не было крипты, да. Я, значит, этому чуваку с болью на сердце продал все свои киндеры и купил похавать на эти бабки. Это был очень важный момент в жизни, потому что у нас тогда выключили свет за неуплату дома. И совсем было херово. У меня бабушка была с таким человеком, который может накружить в любой ситуации, значит, порешать вопросик. Но даже в этой ситуации она не смогла порешать. Я порешал со своими киндерами, продал их. И... А сколько тебе было лет? Да хрен его, я совсем маленький был. Блин, жесть, Вовчик, дай сейчас. Совсем маленький. Вот, ребятки, ну а теперь ты, а теперь ты. А теперь я выиграл своими конкурс, историями, потому что это вдохновляешь бабочка. Это все. Что? Ну это ж бабочка. Видел? Я тебе тоже показываю, но ты не видишь. Покажи! Вот в этом разница, Вова! Покажи! В этом разница! Ну, скрываемся, да? У тебя крокодил. У меня спайдермен. У меня ослик. У меня топор, я угадал. Ты Тоже вариант. Это тоже. А ты Человек-паук! Давайте, ребят, это же бабочка. Давайте, кто ближе всего. Давайте, кто ближе всего. Ты что загадывал? У меня был спайдермен. Это крокодил. Все, Леш, ты... Дальше. Руслан, топор. Топор. А, у тебя тип. Даша, ты что загадывала? Я загадывала машинка, но у меня, короче, ослик, который тянет. Но я считаю, Даша, что ты выиграла, потому что ослик это мануальная машинка. Дашка. Даша, как же ты это делаешь? Какая же ты, конечно, принцесса. Давайте за Дашу, ребят, поднимем бокалы. Я что-то не езжаю, мужики. Гагарин шоу. Так или иначе, Даша в этом конкурсе заработала балл, поэтому она имеет право отдать его одному из претендентов. Опять это и рассорить нас я опять хочет. Я отдаю... Все войны из-за женщин, ребята. Как вы... Да мы с Лехой дружим, пожалуйста. Пойдем, посмотрим. Я отдаю этот балл моему другу Ване. Он там сидит. Сойдет. Нормально, нейтрально. Что тебя на коротышек потянуло? Гагарин шоу. Ну что же, и наша постоянная рубрика «Криптовалютные новости». Если вы не забыли, это шоу все-таки о криптовалюте. И независимо от того, что мы все-таки с шуточками да хахоньками немножко отлучаемся от ключевой темы и ключевых тезисов, так или иначе мы популяризируем индустрию и показываем, что ребята, которые поняли, что такое криптовалюта, это настоящие трушные чуваки, которые не стесняются показать задницу, которые не стесняются бухануть во время выпуска и так далее. Тыры-пыры, траливали-наливали. И первая новость. Для воплощения в жизнь закона о легализации биткоин-платежей крупная американская компания планирует установить в Сальвадоре до 1000 биткоин-банкоматов, ребята. О, вау. А вы знаете вообще, почему Сальвадор? Фишка в том, что Сальвадор — это первая страна в мире, которая на государственном уровне учредила биткоин как платежное средство. Сальвадор, вы были в Сальвадоре последний раз? Ни когда? Разу. Вы не были в Сальвадоре? Последний раз, когда мы не были там. Вы не были в Сальвадоре? Никогда. Там было лучше, Леш, до того, как они там не были. Леш, почему? Леш, Потапенко, почему мы не были в Сальвадоре? Потому что биткоин там разрешен. А. Вам только разрешит. Ребята, Сальвадор, на самом деле, так, после того, как вышла эта новость, во многих российских и украинских пабликах начали писать, типа, Сальвадор, какая-то типа, Сальвадор, что такое Сальвадор, когда страна третьего мира. А в Сальвадоре, на секундочку, ВВП на душу населения выше, чем в Украине на 25%. Угу. Вот такая вот. Вот такая смешная страна, которая живет лучше, чем мы. Вов, скажи, а что ты об этом думаешь? Вот, типа, у них получится это все вот
А у них уже получилось. Ну, типа, все работает. Презик там выступил, подписал документы, конечно. Нет, так, ну, а я имею в виду, что о будущем, типа, если, если вот оно будет существовать. Ну, представь себе, во всех магазинах, во всех инстанциях на сегодняшний день в Сальвадоре можно рассчитываться биткоинами. Мало того, они на сегодняшний день делают кошелек для всех граждан страны. Граждане страны сальвадорчане. Сальвадорийцы. Сальвадорцы. Сальвадорчики. Сальвадусики скачают кошелек, и государство выдаст на этот кошелек всем сальвадусикам по $30. Угу. А в биткоинах, на секундочку. А там это деньги, я тебе скажу. А здесь это что тебе, баловство? За $30 на Харьковщине можно такие вопросы закрывать, мама дорогая. И вот эти чуваки, значит, поставят там 1000 биткоин-банкоматов. Зачем мне эта информация, я не знаю. Надо, надо. Это, Дашенька, для того, чтобы биткоины не терять. Ну, не б***ь, так сказать. Ну, ладно. 1000 биткоин-банкоматов. То есть это такие банкоматы, в которые ты вставляешь наличные и получаешь биткоины на, собственно, свой кошелек. Даша, следующая новость с тебя. Классная ты наша новость, криптомама. Кстати. Криптомать. Криптомать. Гагарин Шоу. Сделай гонг. В конце года корпорация Marvel выпустит на блокчейне NFT своих самых популярных персонажей, которые будут продаваться на платформе Vivi за токены Джимс. Как тебе такая? Даш, какой у тебя будет первый NFT? Какой ты хочешь? Вот. У меня NFT в процессе. Кстати, NFT это будет твой правый, себя. Левый сосок? Или... Нет, это не правый, не левый сосок, это сразу и все. Вот, Даш, вот смотри, вот ты вот понимаешь, что ты, ну, типа, вот какую фотку, я... вот первую, ты можешь со своего, вот, например, первой фотосессии? Я не фоткаю, я сделала NFT своего образа. Это такой достаточно футуристичный персонаж. Ой, классный, мне очень отлично, нравится. Отлично, это отличная новость. Я решила ничего не придумывать, не выдумывать. Я, это самый классный NFT. Да. NFT – это я. Дашенька, пятерочка. Даша наш NFT. Я очень рада, что Whitebeard поддерживает меня во всех NFT. Моих начинаниях и даже в том, в чем я не шарю и не разбираюсь. Ребята меня поддерживают и подсказывают, как лучше поступать. Да. Вовчик мой кумир. Даша, когда между прочим, увидим, в отличие от некоторых, выпустит NFT с ребятами из Whitebeard. Гагарин Шоу. Прикиньте, а ну-ка. Илон Маск снова решил заняться троллингом крипторынка. Так. После его поста в Инстаграме о своей собаке породы Сиба Ину, токен Шиба Ину вырос на 26%. А у тебя на батончиках какой породы собаки? Что? У тебя на жопе какие татухи, какие собаки там? Братуха, я не знаю, там какие-то, там тигры, по-моему, псы вообще, волевые, дворовые псы. Тигры, псы, волевые. По-моему, там ротвейлер, по-моему. Да я в душе, если честно. А как... А как ты пришел? Ты зашел в тату-салон вот так вот. Слышишь, мне собак каких-то. Ну каких-то. Вовчик, а ты моделируешь ситуацию, как это было. Просто один в один, понял. Я не захожу. Так, стоп! Ребята, вот жопа. Делай. Dogecoin вот тут. Dogecoin. Так новость какая у нас? И вопрос для тебя, кстати, на самом деле. Какой? Расскажи, пожалуйста, как ты познакомился с криптой, как ты начал изучать этот вопрос, и почему у тебя на заднице Dogecoin'ы? Произошло на самом деле, как все, наверное, обычно часто происходит от кентов. Короче, Штришара говорит братуха, надо по-любому вливаться. Штришара говорит братуха, так. Мне, ну... Ты его... Смотри, ты братуха Штришары, правильно я понимаю? Надо, короче, надо подключаться. Прямая речь. Он работает, понял, в какой-то криптофирме, он там как типа аналитик, понял? Ага. Говорит, короче, дядь, надо заливать движ. Я говорю, ну полетели, делать. Я влетаю, но не понимал вообще происходящий процесс вообще. Я такой, окей. Потом, короче, вся... Наша постоянная рубрика «Инвестируй правильно». Вся сумма упала пополам. Вот так вот то, что я влил в тот момент. И такой думаю, так-так-так. Надо, наверное, начинать разбираться. Потому что... Конечно, когда упала в два куша, надо разбираться. Типа, никто твоими бабками лучше, чем ты, короче, не будет управлять. Вот... Золотые слова инвестора. Лучше! Лучше! Смотрите, первый тезис для наших подписчиков. Когда твой депозит упал в два раза, нужно начать разбираться. Слушаем Остя. Слушай, опыт разный бывает, понял? Типа, у меня такой, братуха, понял?
И в этот момент... Вот скажи мне, вот, ну, типа, я думаю... В этот момент я начал, короче, вникаться и клюнул, понял, туда, и пошла волна. Это короткий тезис. А что ты купил? Что просело? Разный. Тот момент, короче, я влетел в полуликвидности в авто и B&B, и там, короче, был скачок у авто лютый, понял, на 12, и он потом упал до 2 или там до 4. А я влетел на хаях и говорю, дядь, ну, типа, на хаях жестко сейчас влетать, не гони, ну, типа. И он упал просто сразу до 4. Знаешь, есть такая народная мудрость. Закупился на хаях, прокатился на хуй. Слышал? Так, я как раз на... Ну вот, пожалуйста, первый клиент. И я хотел бы уточнить, то бишь собаки не уберегли твой задний двор? Это сука. И сидит это. Да. Ты где? Ты где? Сделай туда сальто. Вов, я хотел просто... я хотел тебя спросить просто, ну, типа, то есть, ну, ты сам можешь, я могу сам разбираться? Да, чувак. Да. Или нужен мне человек, который будет... Смотри, мне очень часто в директ пишут... Присылают письки. Письки не присылали ни разу, кстати. И я хотел бы... 70, смотрите, интересная статистика. 70% подписчиц и ни одной письки в директ не прислали. Задумайтесь просто. Есть же кэт коин, да, фотографии котиков. А если сделать дикпик коин, отлистить? Да, отлистить. Спасибо, вы все развалили. Я пытался конструктивную информацию спросить. Я сейчас, Паш, я отвечаю на вопрос. Вырежем. Ребята очень часто там пишут директ, задают вопрос на тему того, где, что почитать, что изучить. И я придерживаюсь такой точки зрения, что на сегодняшний день, к сожалению, нет ресурсов и нет возможности где-то изучить ключевые хотя бы вопросы, да, там, на тему криптовалюты. И, соответственно, я считаю, что единственный вариант — это тезисно изучать каждое слово, каждую фразу, вот так вот разбираться, читать в разных источниках, потому что нигде это не описывается прям вот правильно и толково. И, соответственно, строить свои выводы на основании того, что ты почерпнул информацию из различных источников. То есть только сам. Я так, например, изучал. Ну, я сел и начал читать сам. Нету чуваков-трейдеров, которые расскажут тебе, как правильно торговать. Нету ребят, которые могут правильно там те или иные вещи объяснить, потому что они понимают по-своему. Если ты будешь это изучать с точки зрения техники, и тебе будут рассказывать технические специалисты, ты ничего не поймешь. Поэтому ты будешь разбираться в источниках, где люди рассказывают базовые какие-то тезисы своими словами, и, соответственно, отсюда может быть разночтение. Поэтому только сам, как любой, знаешь, там, новостной шум какой-то, да, то есть ты должен изучить с двух сторон. Жена с мужем ссорятся, ты послушал двоих, вот приблизительно так. У нас, кстати, для чайников есть полезная информация на канале, она так и называется «Крипто». Крипта для чайников, где можно разобраться во всех терминах и процессах криптовалютного заработка. Такой пол Ютуба, кстати. Там мы первые и единственные. Я извиняюсь, а можно дать Руслану? Следующая новость от меня, да? Давай. Андрисон Хорвиц запустил третий венчурный криптофонд на 2.2 миллиарда. Средства нового фонда будут распределены между перспективными проектами, создающими децентрализированную экономику. Вы могли такое с Лешей не делать? Он не может читать. Венчурный. Леша, ты знаешь, что такое венчур? Еще не венчур. Еще не венчур, господа. Еще не венчур. Это новость, давайте ее пропустим просто. Два, подожди, венчур нам еще раз, прочитай еще раз. Леша, если бы ты был человеком, который привлек 2,2 миллиарда долларов, тебе было бы интересно? Да, наверное, свой венчур. Да. Но это же интересно. Свой венчур. Добрый венчур. Да. Наша постоянная рубрика «Добрых венчуров». Слушайте, ну на самом деле... Добрых венчуров. На самом деле, представьте себе такую ситуацию. Чуваки из Хоровиц привлекли в свой фонд 2,2 миллиарда долларов. На самом-то деле, ничего сверхъестественного в этой истории нет, потому что ритейл-частники и большой бизнес понимают, что те доллары, которые находятся на их счетах, обесцениваются. Угу. На сегодняшний день инфляция в Соединенных Штатах Америки составляет
5%. 5%, твою мать. И это в Америке. А во всех остальных странах, которые берут, значит, займы у ФРС... А вы знаете, что у США нет собственной валюты? Да. 100%. Собственная валюта есть у ФРС. А ФРС это ФОП. И вот этот ФОП всему миру раздает деньги взаймы под проценты. Прикиньте себе такой расклад. Если в Соединенных Штатах Америки инфляция 5%, то во всем мире инфляция минимум 15%. Реально. Потому что ФРС выдает им деньги взаймы. Знаете, что такое инфляция 15%? Я их мне кажется. Я просто... Нет, всем интересно, я думаю, точно. Поэтому... Я не понял половину, что он сказал. Я не понял вообще. Но я хочу, чтобы... Не половину, не понял. Я не понял ни... Я вместо руки взял за кресло. Ладно. 2,2 миллиарда это только начало, это первые ростки. А, да. Классная новость опять. Кстати, к слову, вышла информация, Министерство финансов Украины написали рекомендацию относительно того, где можно обзавестись криптовалютой, на каких площадках стоит торговать. Там они указали на первой позиции Лешиных друзей, а на третьей позиции написали Whitebit. Министерство финансов Украины порекомендовало торговать на Whitebit. Whitebit поэтому, если у вас занимает? Еще нет приложения Whitebit, то рекомендую вам его установить. На сегодняшний день 900 миллионов долларов дневной объем торгов на нашей площадке. Ребят, всем, кто установит Whitebit. Всем, кто знает, что такое 900 миллионов долларов, welcome. Скажи, дневной окей, но Даша расскажет про ночной. Да, всем, кто установит Whitebit, будет ночной привет Даша, от меня лично. Добрых венчуров. Пожелаю вам добрых венчуров. Добрых венчуров. Ну что, следующая новость. Да. Лидирующий кандидат в мэры Нью-Йорка от Демократической партии США Эрик Адамс заявил, что намерен кардинально преобразовать город, сделав его центром биткоина. Новость. Ты была в Нью-Йорке? Конечно. Я был с Дашей вместе в Нью-Йорке, знаешь, это незабываемое. А что вы делали в Нью-Йорке вместе? Вау! Покажи! Ну, это не знаю, это нельзя. Да, так. Нельзя. Вы были вместе в Нью-Йорке? Да, серьезно? У нас был тур по Америке с Пазиком. У нас пазиком. Был тур по Америке маленькую вместе, миниатюрку, да. У нас пожалуйста. Был, да, миниатюрка от меня. Серьезно? Да, мы приехали сколько? Мы приехали 6 городов вместе. Да, мы около месяца были в Америке. Ребята, а я не был в Америке ни разу. Потому что твои вы не подписываетесь проблемы. На нашу передачу. У нас нет рекламных контрактов. Like. У нас нет рекламных контрактов. Я последнее лаве заливаю для того, чтобы вот это, значит, 4 типа... И не был ни разу. Я не был ни разу в Америке. Если вы хотите, чтобы я побывал в Америке, я под этим выпуском прикреплю кошелек для доната. Под этим выпуском будет кошелек для того, чтобы вы могли задонатить. И я отправился в Америку. Президент Танзании поручила подготовиться к отмене запрета криптовалют. Действующая директива, которая запрещает жителям страны использовать цифровые активы, была выпущена главой государства в 2019 году. Угу. Вот о чем говорит, если страной управляет женщина. В 2019-м под настроение запретила криптовалюты. В 2021-м два года отходила, думала, ходила. Сексист, ходила по кухне. Чистой воды, сексист. Володя, не надо. Мне... Нормальное 40 шоу. Буду в Инстаграме выпускаться, значит. Хорошее шоу было. Я считаю, за рулем... Я... Да нет, геи нормальные пацаны. Это 100%. Нормальные мужики. Геи нормальные пацаны, но за рулем... Это не езда. Слушайте, но это не сексизм. Это не прав. Это не сексизм. Слушайте, я считаю, что президент женщина, это прекрасно. Говори... Кроме сексизма и того, что ты обосрал женщин, блин, ну... Так я все сказал. Я считаю, что она 2019-го запретила. Шумы это дурная. Да, это позитивно. Женщина-президент — это хорошо. Ребята, давайте следующую новость. 100 карат за биткоины. Впервые в истории на аукционе в Гонконге драгоценности продают за криптовалюту. Ничего себе. Символично, что старейшую, неподвластную времени драгоценность, бриллиант, как Даша, можно будет купить за криптовалюту. Поэтому можно будет брюлики уже покупать за крипту. Нормально, нормально, Лех. Слушай, пора бы уже. Но в этом на самом деле какая-то...
ну, типа, было бы круче, если бы можно было биткоины покупать за бриллианты. То вот, есть пункт наоборот. Приема. Пункт приема бриллиантов. Чтобы малая сдала кольцо. Да. И получилось это биткоины. И получилось за это биткоины, да. Конечно. Ну, потому что, типа, отдавать, смотрите, отдавать биткоины за атавизм, это не камильфо. Я сейчас понятно атавизм, высказал? Атавизм, да. Мы все да. понимаем. Бриллианты — это атавизм. И отдавать биткоины за бриллианты — это глупо. Да. Поэтому я сразу на корню рублю это все начинание. Мне не нравится. Бриллианты — это товар. Неужели ты считаешь, что покупать так или иначе товар за биткоин — это шаг назад для криптовалюты? Смотри, отдавать бриллиант настоящий за бриллиант редкоземельный — это глупость, я считаю. Поэтому не вижу в этом ничего прикольного. Давайте следующую новость. Трейдеры за сутки перевели на биржу. А ты можешь, братик, а ты можешь, пожалуйста, вот взять новость и прочитать ее вот на вот этом, с райончика? Штемп, штрих, типок, и вот как там люди делают? Слушай, да, Вася. Вот, прочитай новость вот именно так, как будто ты пацанам ее читаешь. Смотрите, типы, значит, типы за сутки, так, перевели на биржу. Так, братик. На биржу, так. Рекордные, количество битков, сука, биточков, приток, сука, крипты, на бирже оказался, на максимальных, сука. Что? Денег, да ты база... В марте, сука, дайте, туха. Да не трави, ты шо, а ну. Я не буду. А ну. 20, цена котлеты не падала. Да ладно, ответь! Опускай снизу, сука! Четырех кусков! Четырех кусков, сука! Четырех, сука, кусков! Сука, мы найдем их! Четыре, сука! Мы найдем их! Четыре, сука! Четыре, сука, кусков! Спасибо, но я опять не понял. Давайте еще одна новость, еще одна новость. Телеведущий CNBC Джим Крамер избавился от большей части своих биткоинов. Крамер продал криптовалюту из-за ее использования в программах-вымогателях. Что такое программа-вымогателя? Сейчас, дочитай, подожди. Это... А также в связи с усилением давления Китая на рынок цифровых активов. То, что Маск постоянно в своих твитах то покупаем, то продаем. Спекулирует, ты хотел сказать. Да, да. Значит, он Крамера этого не раздражает, а Китай его напряг чуть-чуть. Программы-вымогатели — это следующая история. Это чуваки-хакеры взламывают там базы данных каких-то компаний и просят выкуп в биткоинах. А, можно так делать? Ого, мыльная вечеринка началась. Можно, пожалуйста, крупным планом Дашин рот? Подожди. Пожалуйста. И, короче, чуваки взламывают, значит, сервера, базы данных компаний и вымогают биткоины. Гагарин шоу. Ребят, есть, конечно, задание не для слабонервных. У нас остался один незавершенный пунктик. Гештальт. И для того, чтобы его завершить, Пазик, будет очень интересный конкурс. Нужно будет завязать черенок черешни без помощи рук, языком. Я тоже хочу участвовать в этом конкурсе. Неси сюда свой ротик. Внесите нам черенки. У нас черенок без рук. Да, в узелок. Черенок. Вова, это проще простого. Сейчас я тебе все покажу. Покажи, пожалуйста. 3, 2, погнали. Узелок. 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 Все. Братуха, знаешь, что получилось? А? Это реально? Дядя. Да? А я сделал уздечку. Узел. Уздечку. Морской узел. Просто уздечку сделать. Ты там не... Просто языком во рту сделать уздечку из черенка. Черенка. В итоге завязала я первая. Да. Мужики, я вам очень сочувствую. Не знаю, что у вас творится там по домам. Да. По домам. А давайте тогда и по домам. Я... Давайте по домам. Я забираю позитивчика с собой. Все. Опа! Это типа... Кто-то шагатик, кто-то где-то... Ребята. И это 43-й выпуск Говорим Шоу. Ребята, спасибо большое, что подписываемся, ставим лайки, пишем негативные комментарии. 43-й выпуск, братцы. Эй! Чао! Чао!
крипту я отсюда.